Санкт-Петербург, Москва, Томск, Иркутск, Ярославль, Нижний Новгород – лишь некоторые города-участники масштабного проекта. Уже на следующей неделе в технопарке Саров соберутся студенты, аспиранты, молодые ученые из ведущих вузов и образовательных организаций страны. С 25 июля там стартует летняя научная школа по физике высоких энергий и ускорительной техники. Для проведения этой летней школы подготовлено 14 лекций ведущими учеными и специалистами нашей страны в области физики высоких энергий элементарных частиц и создания ускорителей заряженных частиц. В формировании лекций участвовали академики, член-корреспонденты, профессора, доктора наук, ведущие ученые нашей страны. 5 дней, 14 лекционных блоков и около 100 участников. Летнюю школу организовали Национальный центр физики и математики и Институт ядерной и радиационной физики РФИАЦ в НИЭФ. Проводить в технопарке ее теперь будут каждый год. Она способствует реализации проекта по созданию установки класса Мегасайенс Супер Ситау фабрики, а также развитию системы подготовки новых поколений ученых, способных выйти в лидеры мировой науки и обеспечить научное лидерство России. Самое главное – это донести до будущих ученых нового поколения, которые будут осваивать самый главный этап разработки создания установки Мегасайенс-класса – это Супер Ситау, заниматься организацией проведения будущих исследований. Потому что за этим направлением мы считаем это будущее не только Национального центра физики и математики, но это будет будущее нашего государства. Помимо этого, для участников запланирована концертная и спортивная программа, а также экскурсии, посвященные уникальности Сарова и его окрестностей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.